Hey, yo, guys, с вами Шимик, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands. Здесь прошлой... живут машины. Выберу. В прошлой серии мы, короче, с вами порыбачили хорошо души, и теперь мы с вами должны забрать все вот эти миссии и отправиться дальше по сюжетке. Old Haven мы, скорее всего, еще отправимся по сюжетной миссии, понятное дело. Хорошо. Слушай, я из сил выбиваюсь. Своей очереди. Ну, до встречи. Так, раз мы сделали, осталось еще несколько миссий сдать, и скорее всего я даже апнусь. Надеюсь, тебе удается избежать. Так, в смысле? Это эти все миссии у тебя что ли были? Так, окей. Пожалуйста, только не дай мне больше миссий. Я не хочу идти по твоим глупым миссиям. Есть, все. Так, и доска объявления, да? Раз. Ладно. Доска объявления. А, мне места-то не хватает. А, у меня заполняется все равно, даже если мне места нету. Прикольно. Хм. Так, так, у тебя же, да? Все. Так, готово, окей. Old Haven, если мне не отправит Old Haven, мне придется вручную туда идти. Так уж и быть. Да? Old Haven. Походу на том. Так, сначала. Прокачиваем способность. Фу, чтобы мне прокачать? Давайте хпшку максить. ХПшку ищи, сейчас будем максить. Так, это мне нахер не сдалось. Так, продать шмотки. Продать шмотки я могу. Могу. Где? Вот в этих магазинчиках. Считаете, что простые були изжили себя? Так. Приобретите Маливан и продайте по-настоящему. Так, это уже новый, да? А ну-ка стоять, это нужно уже смотреть. 594. А это производит оружие для профессионалов. На продажу наемников. Большой вес, продажа. Большая точность и эффективность. Отмена. Вот это нужно уже посмотреть. Сил его удержать. Продать. Зоркий глаз. Плюс там идет у нас прицель. Прицел хамно, продать. Ну, давайте сравнивать. 72, 31. Продать. По-моему, я видел снайперку хорошую, но она оказалась дерьмом, по-моему. Там урона, по-моему, 200 с чем-то было. Так, окей. Готово. А что мне по бюджету, если не секрет? 1 лям. Годненько. Так, окей. 1 лям. Железяка. Где мне нужно с ней побазарить? Раском Вест. Так, полетели тогда. Раском Вест. Это, по-моему, глушь, да? В глушении. Сейчас слетаем. Долго телепортаться. Так, и, в принципе, и пробежать вниз. Но нужно все равно мне взять с собой транспорт. Эй, не пора ли нам в путь? Отправляемся в путь. Поехали уже. Тихо, не командуй мне тут. Не командуй ты мне тут. Так, значит, сейчас отправимся к железяке. Ну, какой-то еще Толлера Коба нужно убить. А ну, брысь. Не давай сейчас мне дело. Так. Ага. Так, мост хорошо, что я открыл сразу.
А, Коб... Стоять, мы же Коба убивали уже. Что за херь? Мы Коба уже убивали. Я уже сюда заезжал. Опа-на. Как это нудно. Стоять. Нужно было брать автомобиль с этим. Да ладно. Мне уже патронов сейчас не хватит же. Наконец-то. Короче, давайте нагрим их всех. Так, я нашел, где могу купить оружие себе. А если бы точнее патроны. Так, тихо. На 400% круче. Кроме того, Торг производит оружие из нормальных материалов. О! О, нормальный материал. Да ё-моё! Моё это барахлишко, не твое. Готов? Получи. Получи. Вот и все. Еще один? Нет. Так, где бомжара? Правильно, так я пошел правильно. А где бомжара? Тейлор, ты где? Неужели ты думал спрятаться, Тейлор? Твои ребята тебе не поможет. А ну вылазь. Так, что происходит? А, ты решил играть так, да, не по-честному. Ты понимаешь, если я сейчас... Ох, ребята, зря вы это сделали. Хорошо, самоуничтожаемся, твари. Так, ульта, ульта, ульта. О, это ты, Тейлор. Апперкот вхеба. Убивать, все. Все. Минус лицо. А теперь начинайте готовиться к следующим испытаниям. До связи. Так, какие следующие испытания? Все, я все сделал. Что от меня еще хотите? Так, тихо. Кто это посмел? Так, стоять.
щит лучше моего, но... Ладно. Этот я никогда не поменяю. Бомба улучшена намного. Так, бомбочку мы сразу апгрейдим. Так, а вот с щитом я не знаю. По сути, 384 у меня. Так, подожди. Ну, здесь регенерация здоровья, а здесь у меня защита от кариоса. Кариоз, ну, в принципе, с кариозом не все ходят, поэтому можно его не использовать. Плюс он наносит мне не очень мало. Не очень много. Но здесь 65 перезарядка и очень медленная регенерация здоровья. Регенерация здоровья, с одной стороны, это хорошо. Но 84 и 65, то есть на 59 больше щита. 59 это то же самое, что хп. Перезарядка, ладно, меньше. Ну, не знаю, посмотрим сейчас. В принципе, можно использовать какое-то время. Но я не уверен. Дальше, если, в принципе, буду щит прокачивать. Не, давайте лучше... Сколько он стоит? 3300, да? А наш стоит... Дороже, поэтому ладно, я оставлю, который был у нас. Так, поговорите с железякой. Железяка, я иду к тебе. Ребята, отвалите, я убил вашего Тейлора. Ему сейчас не здоровится, лучше с ним пообщайтесь, чем на меня нападать. Так, железяка. Если там что-то дерьмовое... Ой, ой, тараканы, тараканы, все. Я просто бегу прямо, прямо вот. Плевать, просто бегу прямо. В бок. На меня сейчас никто не будет нападать, потому что я, по сути, бегу прямо. Блять. Просто нужно немного поворачиваться. Бок. Железяк здоров. Я могу дальше слушать, как ты треплешь своим мерзким языком, или я могу воткнуть электрод себе в заднюю панель и разом покончить со всем этим. Я выполню твою просьбу, но потом ты уберешься со сканеров долой. Приготовьтесь, вас ждет следующее испытание. Возможно, оно покажется вам непреодолимым, но вы справитесь. Знаешь что? Пошел ты нахуй. До свидос. Так. Трэш-квост. Но здесь уже что-то зелененькая полянка, так речка. Знаете, можно даже романтическое какое-то место сказать. Да? Длинное романтическое место. Хорошо, если это не то место, куда мне надо. Ладно, хорошо, идемте по сюжетке. Хорошо. Нужно подготовиться. Вам удалось многого добиться, но путь еще не окончен. А времени остается все меньше. От вас многое зависит. Последнее ваше испытание будет самым серьезным. Насколько серьезно? Так, нет, стоять. Пистолет. Револьвер. А, все, значит, я все покупал. Заходите. Так, патроны. У нас вы найдете оружие и снаряжение по самым выгодным ценам. Револьвер. Снайперка максимум. Ракеты, максимум, все. Самое лучшее оружие можно найти только у Маркса. Так, это такая маленькая одна локация. Окей. Без проблем, no problem. Только она длинная. Здесь жуки. Не хочу. Ну, пожалуйста, только не жуки, прошу. Пожалуйста, нет. Только не жуки, пожалуйста, нет. Кто угодно, пожалуйста, но не ж... Блядь, яйца жуков. Да, здесь будут жуки. Бля, здесь эти жуки. Пиздец, это место с этими только жуками. Ах, о, ей. Так, ладно.
принципе, как идея, можно на них не обращать внимания. Просто пробежать мимо через все. Так, он меня заметил. Нет, он меня еще не видит, ладно. Он дружелюбный. Почему у меня хуёвое предчувствие? Так, а мне точно это место надо? Ребятушки-оладушки. Базука. Электрон. Рокхейв. Чиел, а ты знаешь, что у тебя наебали вагина? Ладно, поехали. Чё, блядь? А, я понял, спасибо, ребят. Я знаю, где его слабое место. Но это... О, не, можно, можно. Изи стратегия. Все, нужно отходить, нужно отходить, нужно отходить. Брик, не застревай, черт тебя побери. Так, стоять. Так, Брик, нет, 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 нет. Мы с тобой гений данной игры. Он что, обосрал меня? Так, Рак застрял, окей. Чёрт! Что такое? Улей раков. Не, ладно. В рукопашку его сейчас забью, да и все. А ну иди ко мне, малыш. Ой, а кто получил дополнительный урон, а? Не-не, приятель, мне хватит этого, чтобы тебя грохнуть. Ой, а что случилось? Вагинолицы, а что случилось? А ну пошел нахер от меня. По-моему, ему стало плохо. Улучшение ульты. Вот это хор... Так, тихо. Пипец у тебя нал. Так. Ох, ебать, тебя разорвало. Это шо, твои внутренности, ты, бычара? Тихо. Овощи. Ох, пипец, рак. Переносной. Но зато я сделал то, что мне нужно было. Я грохнул какого-то босса. Стараний? Ноль. Убийство босса? Одно. Ладно, ладно, ладно. Вы сами этого хотели. Это что такое? Это еще не все? А не, похоже, это все. Или это не все? Окей. Если я упаду, то я упаду больно. Так, деньги, 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 деньги. Артефакт. Так, ну все. Ну, 100 пудов вот это теперь мразь будет вот она мне нападать. Так.
Вы не можете это использовать. Значит, мне нужно искать другой артефакт. Использовать его, а потом у тебя. Ладно, значит, у меня будет одно место постоянно занято тобою. Так. Сейчас должна эта хуйта на меня напасть, так? Или нет? Так? Или нет? Походу, нет. Ну... Ну что сказать, махина большая, да. О, вон они летают. В принципе, я могу атаковать их. Только, а стоит ли? Почему бы и нет? Ой, я что-то нашел. Кейс, я тут. Давайте, киски. Ну. Давайте, тормошитесь там. А, они около своего улья там летают, что ли? Ну ладно. Не мои заботы. Так, я, можно сказать, такой, типа, падальщика. О! Дерьмо какое-то подобрал. Как обычно. Так, это точно мой револьвер? Ну, похоже на мой. Да, это мой. Щит дерьмовый. Что-то выпало годное из этого противника? Нет. Хотя, стой. Я вру. Из него выпал артефакт. Ну, этот. Желтенький такой. Легендарный. Много... Здесь этого хлама, конечно. Ладно, все, идемте, значит, на выход. Да, на выход. И я, скорее всего, сюда меня отправят снова, чтобы исследовать эту часть. Конечно, мы это сделаем очень быстро, как сейчас. Враги? Нет, не надо нам враги. Мы просто побежим дальше и будем их уничтожать своими способами. Так, тихо. Я не дрался с вами, я драться с вами не хочу. Сорян, ребят. Извините то, что я вас не хочу убивать, да. Мир, животное, все тут природа, смотрите, вон травка, цветочки. Хуйня, которая сзади моей спины появилась, сейчас начнет меня атаковать. Ай, ты мазила ебаная. По мне не попасть. Так, да, я все правильно бегу, все. Фух, мой уже челик задыхается. Брик, живи. Мы до с тобой дошли уже до финиша. Так, а здесь есть телепорт быстрый? О, есть. Так, а куда мне нужно уходить теперь? Раскам Вест, то есть. А в это, логово, да? Или как оно там? Логище. Глушь. Эст или Вест? Эст. Фух, ну хотя бы в этой серии мы что-то сделали полезное. А именно, убили босса, нашли артефакт. И ключ. Так. Похоже, это не тот Вест. Эст. Эст. Здравствуйте. На панели наград у черта на куличках доступны новые задания. Глушь, это здесь. Мы здесь, да. Мы тут. Я слушаю внимательно. Так, черт на куличках. Трэшкаст. Что такое трэшкаст? Брюхо королева, кровосос убит. Идемте за кровососом. К
Crash West. Знакомое место какое-то? Или трэшкаст? Здравствуй. Бешеная игра в чат. Тихо, завались. Трэшкаст. Знал, что у него есть работа для этого тупого искателя хранилища. Эрл. Для тупого. Это вот этот долбоёб, да, сказочный? Окей. Сейчас мы быстро все сделаем. Увидите как. Сначала мы телепортируемся сюда. Выходим. Берем у железяки у того миссию. Возвращаемся в телепорт. Именно сюда. Телепортируемся и выполняем миссии. Так. Теперь сюда. Раском Вест. Нас встретит сразу железяка. Если я не ошибаюсь. Железный. Типа тоже мародера. Надеюсь, я не ошибся. Это у тебя, да, миссия? Серьезно. Ладно. Так, окей. Да. Как я и думал, нам нужно в эти части идти. А ту миссию, которую мы еще не взяли, это, скорее всего, сюда. Или в дальний самый угол. Ладно, я, в принципе, не знаю, где этот челик, о котором он говорит. Выполню это, и, скорее всего, я уже не буду выполнять миссии второстепенные. Ну, хотя мы тогда боссов не будем убивать. Этих второстепенных. И мне как-то насчет этого обидно, что ли. Новый товар. О! Ля, я вас знаю. Ребята, я вас знаю. Ля, все, не. Да. А чё вы это, недружелюбные? Вот видишь, критуешь все хорошо, не критуешь плохо. Ладно. Если здесь будут только эти, то я не против даже. Но они опасны вблизи, с одной стороны, но у них есть и кислота. Я чувствую сейчас, что будет мне очень больно. Даже не знаю почему, может из-за вот этого, из этой хири с боссом. А, это тараканчики. Тараканчики не страшные. Тараканчики хорошие. Отстань. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Изи. Пускай нападает, все. Дверь откройте. Я вас понял. Эй. Ребят. А, окей. Я вас понял. Так. Здесь можно сократить путь. Брюшко королевы добыто. Брюшко... Затенено, блядь. Что? Да чё за хуйня? Ребят! Где ваша голова? О, нашел. Окей. С какой-то стороны тела я вижу у вас голову. Блять, крабоискатель.
Знаете, как это тяжело попасть ему в голову? Я вам скажу, очень сложно. Да ну, успокойся ты. Я ничего. Вот ровно, попадаю ровно. О, попал. Ладно, ребят, нет. Ля, вы атакуют. Я ж по-хорошему хотел. Апперкот, ебальник. Убивать. Все. Позакрывали пиздаки. О. Железяк, спасибо, что ты здесь. Я знаю, куда это идти. Мы туда отправимся сейчас. Я к тебе вернусь еще, поверь. Я надолго не задержусь. Так, я ж правильно, да? Да, сюда, правильно. Так. А почему меня не впускают? Серьезно? И как туда попасть? Блять, путаницы. Ладно, с какой-то стороны я понял, как их атаковать. Но не, это не точно. Железяк, ну извини, теперь тебе придется точно подождать, потому что я понял то, что нужно сюда как-то на трубу лезть. А дело в том, что я не залезу, хотя... Если здесь проход мне позволит... Нет, не позволил. Ладно, хорошо. Железяк, извини, сейчас, значит, не для тебя время. Так, окей. Вопрос номер два. Как мне попасть к этому? Туда наверх. Серьезно? Это все... Охуеть, почему бы и нет? Теперь мне нужно все обойти. Ебать, он тупой. Ребят, ну... Бля, я хотел закончить. Ну... Расширение инвентаря. 4 ячейки. Это не просто так. Это очень важно. Расширить инвентарь на 4 ячейки. Я это сделаю. Я расширю инвентарь на 4 ячейки. Только, сука, пожалуйста, не попадайтесь мне, ебучие муравьи. Блядь! Как говорится, вспомни его, вот и оно. Ебучее дерьмо. Револьерус. Ебанулся, куда я бегу, нахуй? Что я вообще тут делаю? Нахуй я это делаю? А, вопрос номер два. А мне... Похуй, мне придется все равно бежать по кругу. Пошли нахуй. Псих. Ебать. Псих. А не на тебе. Чел, они на тебе. От нас не уйдет. Не со мной дерись, а с ними дерись. Отвали. Нет. Сам отвали, говнюк. Супер ящик. Мы бежим за супер ящиком. Не говорите, что мне придется все равно сюда снова возвращаться из-за того, что я не пошел к тому чуваку, ведь так. Это так. Шимики, это так. Я буду кричать из-за того, что на меня тараканы ебучие нападают, которые сзади меня, нахуй они вообще меня трогают, я не понимаю.
Я не понимаю их... Я не понимаю их не цели. Но я их не трогаю. Ну, пускай лазят они дальше. Но меня, блядь, не трогайте. Вон, сзади, оглянись. Ебануться. До свидос. Продолжайте. Ебануться. А я еще жалуюсь, почему я умираю от этих. Он жука в голову, в его бронированный щит. Щит, который защищает от урона жесткого. Он его пробивает. Я вижу какую-то хуйню передо мной. Так, стоять. Обойти как возможно. Просто прямо. Время. Я экономлю время. Сохранено. Так. Так, окей. Very nice. I rush. It is the middle. Так, тут можно сократить? О, да, здесь можно сократить. О, да, у меня плохое предчувствие. Из-за этого камня. Только из-за него. Только из-за этого камня. Тихо, я же выживаю. Блять, зря ты сейчас меня стреляешь. То би пизда. Не, ну если с этой стороны, если бы... Блин, ну нечестно. Ладно, все, я понял. Правильно, значит, я выбрал оружие. Давай. Я понял тебя, давай еще раз. В спину нападаем, а нет. Давай. Еще хвостик. Последний раз хвостик, покажи мне. Готово. Так. Сколько ты стоишь? 4 куска. Что у нас здесь херовое? Больше, все больше куска. Все, что меньше куска, можно выкидывать. Ой. Она все больше куска. Этого 14 кусков стоит мое оружие. Блин, обидно, знаете. Ладно, 4К, 2К. 2К стоит дерьмо. 2К 200. 2К, кто меньше? Ты даешь меньше, значит... Стоять. Так, тихо. Так, стоять. Обратно. Сколько ты даешь? Так, вот это выбросить. Базуку подбирай и все. И мне все равно. Так. А, значит, мне больше сюда не придется возвращаться.
Так мне придется теперь вернуться как-то обратно. Куда-то. Как-то. Если что, уже 40 минут прошло этого видео, если ты еще, конечно же, смотришь. Да, это я говорю, если что, сам себе. Я любитель посмотреть свои же видео. Так, окей, у нас есть вариант сюда пойти. И у меня есть сейчас вариант. Хотя, ладно, сначала я пойду туда. А, брюшко заменено. О, а почему Т? Почему это М вообще? Все тараканы, я теперь знаю ваше слабое место. И знаете что? Ой, все, я правильно бегу. Все, фух. Аж сердце, знаешь, слегло. Это я под. Плевать. Они знают то, что. А им меня не убить теперь. Я знаю против них тактику. Ебало кулаком. Они смотрят на меня жопкой. Я ебашу им в жопку. И все. И все. Чего следовало сделать все это время? Просто ёбнуть им в попку. Так, я что-то немного заблудился. Нет, все нормально. Только почему так далеко мне бежать? Блять. А мне потом все равно возвращаться нужно будет. Бля, возвращаться не хочу потом. А зачем возвращаться, вам объясню. Там, короче, мне нужно ж заменить брюшко, потом вернуться, где этот босс был. Для того, чтобы залезть на трубу и, конечно, взять ремонтные инструменты. Поставлю ремонтные инструменты и все. GG. Плюс 4 слота. Не, ребят. Не сегодня, поверьте. Я с вами даже драться не буду. Не буду на вас тратить время. Я просто буду бежать прямо. Бежать в бездну вот этой глупой штуки. Херухи, я не знаю. Просто вот сейчас пробегусь, сокращу вот здесь путь и спрыгну вниз. Все. Да-да-да. Спрыгну вниз, возьму ремонтные инструменты. Либо меня сразу апнут и без каких-то проблем, либо меня апнут и инвентарик, ну я имею в виду, конечно. Именно апнут по уровню. Если апнут еще и по уровню, это будет просто шикос. Так, окей. Это действительно будет шикосом. В принципе, я могу сейчас проверить, но зачем мне это делать? Когда я потеряю вот этот шарм, интерес. Я все это время мог просто пройти здесь. Черт. Серьезно? Окей. Ну, я не видел. Так, окей, я вижу трубу. Я вижу нашу цель. Трубу. Окей, полезли на трубу. И возьмем ремонтные инструменты. Так, теперь самое важное. Не соскользнуть. Блядь, главное любой ценой не соскользнуть. Тихо. А, это тарак. Тихо. Так, блядь, что за хуйня? Так, ровно беги. А если эта хуйня меня плюнет, и я типа упаду? Ой, сейчас напищу, мне кажется. Вот, на. Фу, блядь. Я добежал. Инструменты. Все, изи. Изи относим к нашему роботу. Он дает мне опыт. Пожалуйста. И рюкзачок. А самое важное, рюкзачок. Все, на, приятель. Опыта нету. А нет, есть опыт. Ха-ха. Так, апаем рюкзак. 3 слота. Все, это максималка? Значит, ребят, мы скоро закончим игру.
А потому что в тех случаях мне давали по 4. А в этом случае только 3. Значит, это максимальное расширение рюкзака. А значит, это... Ну, можно считать последней локацией. И скоро все закончится. Только я вот не знаю, стоит ли мне проходить все равно второстепенные миссии. Вон, таракан охуенно, он просто кружится. Еба. А ну покатай меня на себе. Не, он танцует, ему норм. И мне норм. Так. Берсерк. А, у меня потом все равно DLC будут. То, я еще прокачаюсь. Просто я подумал за то, что... Я же хотел еще ХП прокачать прику. Ну, по второй уже ветви дерева идти. А тут уже все, конец. А. Что-то придумаем, что-то мы придумаем. Так, куда мне это идти нужно? А, хранилище. Раском ест. Хотя, ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Пока.